Перед началом заседания к депутатам обратился временно исполняющий полномочия главы Тамбова Максим Косенков. Он отметил, что проект изменений в генеральном плане города сейчас активно обсуждает общественность и попросил народных избранников перенести согласование корректировок. Чтобы мы дискуссию и обсуждение продолжили, и в ближайшее время на площадке либо городской думы, либо администрации города провели такую встречу для того, чтобы проблемные вопросы были изучены, чтобы на них были получены соответствующие ответы, и мы могли выработать все вместе консолидированные мнения. Максим Косенков также отметил, что предварительно обсудил такое предложение с ВРИО губернатором Максимом Егоровым. Также градоначальник подчеркнул, что решение о согласовании или несогласовании изменений в генплане депутаты Гордумы могут принять до 14 декабря.